Такого снегопада здешние места действительно не помнят давно. Синоптики утверждают, что он стал рекордным за всю историю метеонаблюдений, а это больше 100 лет. От нас требуется соблюдать осторожность на улицах и проявить терпение. А еще не думать, что в коммунальных службах работают волшебники, и не требовать от них невозможного. Они и так несут службу в усиленном режиме круглосуточно. Лучше самим взять лопату и поучаствовать в борьбе со снежной стихией. Вместе с депутатами и общественностью снежный воскресник устроил в микрорайоне Шуанжей глава района Алексей Малкин. Поехали! Дайте перчатки блогеру! Так. Вдохновить жителей личным примером, так объясняет глава эту инициативу. Предложил коллегам почистить двор многоквартирного дома, а точнее детскую площадку. Место выбрали именно на улице Беляева. В этом отдаленном Щелковском микрорайоне проживает много неравнодушных активистов-общественников, которым иногда кажется, что власти об их уголке забывают. Вчера информация прошла, собираемся в узком кругу. Поэтому, если было написано в широком кругу, Сергей Николаевич, я пособирал еще по активистам. А вы поверили, что глава к вам приедет снег убирать? Я всегда верю руководству. В состав трудового десанта также вошли местный депутат городского совета Александр Ведяков с помощниками и представители управляющей компании СВТ. Но даже такими объединенными усилиями быстро одолеть сугробы на площадке оказалось непросто. В нашем районе, как и везде, снежная стихия натворила немало бед. Аварии на дорогах, поваленные деревья, оборванные линии электропередач. Ситуация на постоянном контроле не только у нашего главы, но и у руководства региона. На обратном пути Алексей Валов доложил в правительство о положении дел. Все 67 единиц техники работают, 182 специалиста на трассе, на линиях, во дворах. В электричку ночью было 122 деревни мелких и садовых товарищей. Сейчас осталось 18. Все бригады с благоустройства заселения бросили деревья пить, которые упали на линии электроснабжения. А по возвращении в Щелково Алексей Валов опять вооружился лопатой и почистил снег на крыльце здания районной администрации, чем немного помог местному дворнику. Это называется «Начни с себя». Ирина Микена, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».